Однажды Минотавр почувствовал зов сумеречной сферы. Песчаная буря показала некогда утерянный нефритовый путь. Зов сумеречной сферы был громок и ясен настолько, что Минотавр не мог отказать ему. Преисполненный решимостью, Минотавр понял, что должен сделать. Минотавр позвал своих друзей, героев Земли Рассвета, присоединиться к нему в его путешествии, чтобы вернуть сумеречную сферу и славу своего народа. После множества испытаний на пути, они наконец прибыли к лабиринту Миноса. Так. Посмотрите, кто решил вернуться. Разве это не тот самый жалкий Минотавр, который убежал, спасая свою жалкую жизнь? Много лет назад. Уходи немедленно, здесь не любят трусов. Алдос, ты все еще жив? На самом деле, благодаря сумеречной сфере. У меня сейчас такой уродливый вид. Давай забудем прошлое. Мы снова сможем защищать сферу. Вместе, как братья. Хватит нести чушь. Я требую, чтобы вы ушли. Сейчас же. Ни за что. Ты не знаешь, через что я прошел. Отойди в сторону, Алдос. Что ж, похоже, у меня нет выбора. Нефритовый путь – древний лабиринт Миноса. Они существуют только в легендах. Но теперь это реальность? Как интересно! Остановите повозку! Осторожно! Харли, как ты мог отправиться в такое опасное место в одиночку? Какая невероятная сила! Если я справлюсь с этой силой, то с легкостью открою врата в мир духов. Ты чувствуешь это? Он появился в великом лабиринте Миноса. Отправляемся немедленно. Хорошо. Ты это почувствовал? Произошло что-то интересное. Конечно, не могу дождаться, чтобы увидеть, что это. Пойдем немного повеселимся. Отличная идея. Все герои в сборе. Грядет битва. В этот час все связаны одной судьбой. Чувак, чё здесь так жарко? Похоже, мы немного опоздали, а, Декстер? Спасибо Милине, Эду и Катечке за помощь. Алдос, ты все еще жив? А кот идет гулять. Похоже, мы немного опоздали, а, Декстер?